Приветствую вас. Ну, пожалуй, про симпатию говорить уже не имеет смысла. Вам, мои коллеги, довольно-таки подробно сказали об этом, причем несколько человек. Повторяться мне бы не хотелось. Вот. Поэтому я раскрою немножечко другой аспект вашей ситуации. По моему мнению, эта ситуация, она довольно важна. Да? Значит, первое. Это то, что он взял вас левой рукой, да, то есть вот левой рукой вас обнял, сказал постоять. Что это сразу означает, что мужчина любит контролировать ситуацию, сразу означает, что мужчина любит, чтобы все было как по его, чтобы все нравилось ему, чтобы было все так, как он хочет и представляет, а не так, как, например, хотите этого вы, допустим. Вот, то есть мужчина занимает лидирующую позицию в отношениях, вот. И, значит, дальше, если мы говорим о том, что он обхватил вас левой рукой, то, скорее всего, это означает, что вы для него не главное, вы для него не главное, а вы для него, ну, как бы, вы знаете, такое дополнение, вы для него дополнение, хорошее такое дополнение. Ага, к его, например, ну, скажем, к его жизни или к его статусу социальному и так далее, да, то есть он не воспринимает вас как партнера, он воспринимает вас скорее как, ну, некое средство именно для достижение своих целей. На это указывает то, что он обнял вас именно левой рукой. Вот. Хотя, конечно, если он левша, то это меняет дело, но объективно, если левой рукой он вас обнял, то, ну, скорее всего, это вот именно вот такой посыл об этом, тем более, что он сказал вам повторять с ним, то есть приказал вам повторять с ним, да, это стремление к контролю, и то, что вы поедете на соревнования, по его мнению, наверное, вы должны будете выиграть это соревнование. По его мнению, вы, наверное, должны будете победить, чтобы реализовать амбиции вашего начальника. Вот, то есть он, скорее всего, именно так вас воспринимает. Хотя, безусловно, это не есть хорошо. Конечно, нужно отметить, что я все это говорю не желая как-то вот открыть вам истину или что-то вроде того, и не стоит ждать чистого проявления подобных реакций, не стоит ждать чистого проявления подобных ситуаций, да, а просто вот знать, что в нем, именно в мужчине, есть такие вот аспекты, которые могут как-то проявиться, и которые очень, очень может быть
будут совсем не теми, которых вы ожидаете. Вот чтобы этого не было, вам нужно быть к этому готовы. А так, я, пожалуй, соглашусь с коллегами в том, что если, если он вам симпатичен, то отвечайте симпатии и не думайте, что будут какие-то проблемы с этим. Вот. Но если вы хотите именно, чтобы мы объяснили ваше это всего поведение, да, то оно вот такое. С точки зрения, конечно же, той информации, которую вы предоставили. С точки зрения той того набора информации, которого вы предложили. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если у вас возникли неточности, значит, в моем ответе, то есть если вам что-то непонятно, также пишите, буду рад вам объяснить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи!